смогу я дотянуть до конца сессии, до конца учебного дня. Без кофе, к сожалению. Какой-то странный звонок был, то ли звонил, то ли не звонил. Но сегодня девочки окно практически не закрывают. У меня поясница отрывается. Я еле-еле встала сейчас. Ну что, ну ладно. Ничего, ребят, продержимся. Вечером обязательно выйду в эфир. Расскажу вам, как сегодняшняя сдача прошла. Просто супер. Так, следующая начислена заработная плата работникам аппарата управления. Не говори, просто пиши. Уже все сделали. Просто пиши. Вы какие молодцы вообще. И без комментариев, пожалуйста. Обязательно. 0,6. Обязательно. Обязательно. Начислена заработная плата работникам аппарата управления. Выставка. Правильно, зарплата 26,70. Так, здесь уже в третьем будет ФЗЗ, надо выдавать. Может, еще один. Не спешите. А что мы с вами потом будем делать, когда вы взяли задачу? Вы домой запустите? Нет, тогда мне придется вас спрашивать. Ну, поспрашивайте. Ну, и поставите плюсик на уже экзамен. А если минусик получится? Ну, минус на минус дает плюс. Два раза поспрашивайте. Правда, мы с хорошей скоростью идем. Кто спать хочет, а когда у нас? Да, когда так вот все не идет. Какие мы молодцы, правда? Молодцы, молодцы. Главное, вот ревизию нам. Мы пока ревизию идем. Те уже отсюда. Ревизию мы решаем, когда перерыва между задачами, может, на ревизию. На ревизию можно ответить. Так мы же не знаем даже задачи нам. А сегодня не было? Нет. Так, завтра ревизия? Угу. Завтра, если завтра. Ой, не знаю, лично я ревизию не люблю. Вы думаете, только вы? Это вот почему-то, я не знаю, один из предметов. Вот сколько сдавали экзаменов, я не боялась ни одного. А вот этот предмет как-то... Может, он, конечно, не так страшен, но... Посмотрите, тот же по учету, не знаю. Только там как-то нужно более языковые стихи. Да. Там смесь букв учета с ФД, как вот эти выводы. Выводы, да, нужно делать выводы, да. Угу. Ага. Вы тоже его не любите?
226. Аппарат управления. Правильно. Да. Так, отчисления. Начисленное амортизационное отчисление по основным средствам используемого управления 6 рублей. Сумма Рената 6 рублей. Да, все равно у нас здесь 26. Да, правильно, потому что управление, да, все, что связано с управлением, еще 26. То есть методички мы прочитаем по статьям, что да. К чему относится, да. Чтобы да. Знать, на какой счет списать. Конечно, да. Да. Так, кто у нас? И там будет в методичке и больше проводок, чем у нас с вами в задачах. Конечно, задачи основные, но какие-то еще будут у вас в конспекте дополнительные. А в контроле, точнее, в экзамене. Ну, а на экзамене, чем больше вы назовете, тем, конечно, будет лучше. Короче, теорию нет, а потом другой. Сальдо начально не ноль, правильно было. Да. Записываем операции, да, все в дебет. Первая. Тоже получается 5 сумм в дебет. В общем, я лечу уже домой практически, но перекладными, потому что как-то от бабушки по-другому напрямую не получилось. Очень сильно боялась, что один из клиентов так и не заберет товар, ну просто проплачено. Я очень переживаю каждый раз, когда люди вот так вот пропадают. Договаривались на воскресенье, но слава богу, сейчас вот отзвонился. Я еще вот такой вот глубокой ночью сейчас пойду еще встречаться с человеком. В общем, весело-весело. Учеба прекрасна. Я сегодня получила 10-ку, мама в ночную, поэтому я очень хочу провести эфир. Ну, собственно говоря, сейчас бегу домой. Нужно будет ему отзвониться, и у меня хотя бы одним вопросом будет меньше. А вот, а еще нужно успеть подготовить доработки. В общем, мне еще на вечер сегодня очень много ой-ой-ой чего нужно делать. Но обязательно первым делом, когда я приеду, после работы завершу вот эти моменты, обязательно нужно будет поужинать, потому что все остальное. Так что мы с вами увидимся. Но я, наверное, на этом завершаю свой влог. Сейчас вам покажу вид из перехода. Да, это у нас здание. Это Академия искусств сейчас называется. Раньше это был театральный университет. Вот так вот в 9 часов вечера выглядит в ноябре сегодня. Смотрите, какая луна офигенная. Проспект Минск, центральный проспект независимости. Очень круто. А я побежала. Все, друзья, до новых встреч.